Данные мероприятия проводятся с целью оздоровления озера Кабан, так как за многие годы на берегах скопилось огромное количество строительного и бытового мусора, которое разлагается и со временем отравляет окружающую прилегающую территорию и воду. Данные работы, чтобы выполнить качественно, необходимо их выполнять на глубинах от 0,5 метров до 3 метров. Они включают в себя сбор и эвакуацию и вывоз строительного мусора, бытового мусора, крупного строительного мусора. С прошлого года на этом участке находится большое количество тяжелой строительной техники, очень шумная работа производится, и в этом году здесь уток мы не наблюдали. Хотя рабочие были дополнительно проинструктированы, что в случае нахождения каких-то гнезд или каких-то другой живности, чтобы эти места были сохранены, обходить их, то есть рабочие об этом знали. Мы подрезаем старые отмершие листья, сохраняя при этом корневую стену полностью. То есть, если вы посмотрите, из которой вам сказали кучки, у фотографии есть то, что только верхняя часть отмершая. Вот такие есть эти вот фрагменты, их же приходится тоже и выковыривать. Это старые колеса, коряги, бочки с там, не знаю каким содержанием. Идет зловоние, то, что если бы мы это все не вытащили своевременно, то при нагревании воды это все бы стало вонять, стало бы все это гнить. Соответственно, ни о каких тенцах речи быть не могло бы. В таком мусоре какие могут быть тенцы? Сохранилась корневая система. Этот старый мусор, конечно же, он сейчас уже удаляется, да? И будут, мы предполагаем, в июне месяце совершенно другая картина. Что же касается гнездования, о чем вот вчера я услышал впервые, что даже фотографии мне показали, есть на берегу лежит разбитое яйцо птицы. Это вовсе не означает, что их вытащили прямо отсюда. Могу сказать как точно, что та же ворона или сорока с удовольствием сворует его там, и чтобы ее там не догнали, не побили, она прилетит сюда и спокойно здесь ее. В данном случае мы общались с рабочими, они сказали, что они достали оттуда, и они Я как бы видел фотографию с яйцом, да? Ну, это конкретно. Пустое яйцо, лежащее на берегу, вовсе не говорит, что оно взято отсюда.